16 февраля 2023 года, на улице плюс 11. С утра светило солнце до обеда, а сейчас стало пасмурно. Я вот сейчас возле леса, и вот, значит, получается, опушку леса всю обпилили. Все вот это вот мелкое, что тут наросло, все поспиливали. Ну, тут примерно сантиметров по 10 максимально. И все, максимальный диаметр у комеля. И все это, значит, тут побросали. Я даже не знаю, вывезут они этот мусор или так все прямо лежать и оставят. В принципе, здесь влажно. И, по идее, все это само по себе может просто сгнить. А там вот поставили... повесили плакат: прямо проход запрещен, потому что там рубят деревья. Вот прямо написано: Halt Baumfällungen. Вот здесь вот у нас лавочка стояла, вот на этом самом месте была лавочка гнилая, деревянная. Ну и вот видно слева и справа. Там, кстати, дома. Люди там живут. Ну, то есть это окраина. А лес тут глубиной примерно сотня метров или две. Там потом дальше идет скоростная дорога. А вот это вот все называется заповедник. Тут, где я иду. Но в заповеднике, судя по всему, разрешили валить деревья. Вот такие вот, примерно полметра в диаметре. Это сантиметров 20-30. Пооставляли, то есть выпилили. Под пилу пошло не все подряд, а только по выбору, выборочно. Вот тоже хорошее дерево. Сантиметров 40-50 в диаметре. Вот тоже добрых полметра дерева. Ну, а так кое-чего повыпиливали. Вот тоже дерево крупное. Выглядит, конечно, как на лесоповале. Но, как я уже сказал, выпиливают они тут не все подряд, а именно что выборочно. Вот прямо сейчас в ту сторону светит солнце, поэтому камера, она тускнеет. А вот если так вот, то видно чуть-чуть получше. Там вот, между прочим, прямо, там вот видно сейчас в том вот направлении. Там лежит склад деревьев, туда деревьев навалили. Куда они пойдут, я не знаю, на древесину или на дрова. О, комель тоже хороший. Это примерно, ну, сантиметров 50, может, даже 60. Вот там вот бревна лежат огромные, но туда ходить нельзя, потому что там сейчас валят деревья, и я могу оказаться в опасности, поэтому меня оттуда выгонят с дикими криками. Вот тоже красивый пень. Причем за один раз его спилить даже не получилось. Боже мой! Какая красота! Это вот если по самому большому диаметру, это явно больше метра. Ну и так тоже. Это явно больше метра. Метра у меня с собой нету. Но вот так вот шайбы выпиливали. И потом, наконец, все-таки до него добрались. И дерево, похоже, упало в этом направлении. Тут вот видно, как-то борозда идет. Больше потому, что некуда. Здесь вот, между прочим, тропинка. Тропинку они все-таки оставили, а слева и справа все завалили.
этим валежником и сучьями. Здесь вот тоже все поспиливали, под пилу попало все как попало. Тут вот тоже весь этот, как это называется, тонкомер тоже весь повыпиливали. Когда вот идет такая вот выпилка, спиливают когда этот тонкомер, то значит деревья, которые остались, им значит дают возможность расти лучше в ширину. То есть они получают больше света и будут лучше расти. Вот тоже красиво. Это получается 4 ствола спилили. Раз, два, три, 4 ствола спилили, один оставили. А судя по коре, это что-то, даже не знаю, что-то, наверное, плодовое дерево, может быть, даже. Ну, в смысле, какая-нибудь там яблоня или вишня, или еще что-нибудь такое. Вот тоже все. Буквально лесоповал. Лесоповал. Зашли они сюда хорошо. У меня просто слов нету от восторга. Там вот какие-то цветочки белые колосятся. Наверное, это подснежники. Вот тоже чурок накидали. По идее, это дрова. И вот могу сразу сказать, вот такая же вот чурка здесь лежит уже не первый год. Сантиметров 15-20 в диаметре, спилили и бросили. А вот эти вот дрова, я не знаю, сейчас их заберут или не заберут. Вот это тоже похоже сразу на дрова, их распилили. Ну а за этим забором идет эта дорога скоростная. Вот тоже дрова. Да, и, кстати, обещают плохую погоду, в смысле пасмурно. Ну ладно, на этом конец.